Изготовление экрана. Просто проба. Что получится. Вот. Потихоньку процесс идет. Конечно, первый раз это все криво-косо я порезал. Но тем не менее, что-то ж получится. Вот в итоге. И в итоге получится. В итоге вы то, что хотел. На одну полоску с одной стороны. Да, на одну полоску я ошибся. И они не туда, но ну, ничего страшного. Скос. Я думаю, здесь. Что вот да. На это я да, да. Шире. Это, как говорится, не суть важно. А вот здесь заметили. Да. Ничего страшного. Все равно нормально получится. Остался тут на дорожках у нас кое-где клей, кое-где неровно получилось. Ну, в общем и целом, как бы для проверки, вот они неровности, где-то тонко, где-то толсто, как бы это подойдет. Сейчас будем пробовать. Вот так выглядит экран. Опа. Ну, раз, а, надо держите, там включить. Берегись полной силой. Вот так вот видно. Жень, включи, пожалуйста. О, загорелось. Это теплый. Это холодный. Помогите королеве, стойте! Да-да. Вот они у нас мягенькие. Вот такой дефектовочный экран получился. Ты что выкрылась? Тебя же в сценарии нет. Ушли. Вот он теплый. Что за манеры? Я понимаю, вы под действием вина. Теплые цветы. Цвета, вернее. Совсем не красит. Теплый с холодным. Алкоголизм, я слышала, удан неизлечим. Сейчас переставлю лампочку поближе. Уберите. Ну, продолжаем. Вот, тени. Не ведает она, что говорит. А ну-ка, прочь, изданка, куртизанка, пока на помощь я не позвала. Не позвал. А отзываться страшно. Некрасиво. Тем более большой еще вопрос, по ком из нас диспансер больше плачет. Продолжу то, чего же ради пришлось прервать кровопролитие сие. Итак, обещанный свидетель преступления. Веб-камера. Внимание на экран. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Но для дефектовки очень даже неплохо. Как говорится, будем пробовать дальше. Все очень хорошо видно. Это вот в теплом свечении. А вот это в холодном. А вот это в тени. Ну вот, собственно, всем удачи. Зачем мы задевали эту шпионскую беготню, если можно было просто попросить? Вот так примерно выглядит со стороны. И все даже, в общем-то, и ровно. Стандарт, это два заводских, а это вот два самодельных экрана. Мы с ней договорились. Мы сядем, они вот.